В Мариуполе троллейбус сбил велосипедистку. За рулем машины был водитель-стажер. Девушка с ушибами доставлена в больницу. Из-за ДТП на 2 часа остановилось движение в центре города. Авария произошла около 9 утра. Троллейбус был полон пассажиров. По словам очевидцев, виновница ДТП – велосипедистка. Перед поворотом она резко свернула влево и попала под колесо. Из пассажиров никто не пострадал, а вот неопытному водителю пришлось оказывать помощь. Мы ехали, мы впереди, по правой стороне ехала велосипедистка лет 20, в очках, в наушниках. И перед пешеходным переходом ей резко захотелось повернуть налево. Она не посмотрела назад, ничего. И попала под колесо. Мы еле успели затормозить, как вообще ее не сбили.